всех жителей района хочу несколько слов сказать вот адрес наших работников скорой медицинской помощи и вообще медработников. Конечно, вот с учетом тех событий, которые вот так неожиданно и так вот с таким негативом нагрянули на нас, это, конечно же, вот, пандемия, да, так называемая, и это коронавирусная инфекция, которая понесла потери, вот, которая вот способствовала во многом каких-то корректировок, да, вообще жизни, тем более вот старшего нашего поколения. И в этой работе, конечно, на самом деле, вот самых передовых позициях были именно работники скорой медицинской помощи. На самом деле, все, что могут, врачи делают. Но мы это видели именно в этот острый период особенно. Поэтому вот мы хотели таким вот такую небольшую лепту внести, вот вашу такую сложную жизнь, да, вот медицинского работника. Иногда вот мы будем и поздравлять, и приходить к вам с приятными вещами, да, так скажем. Поэтому я хочу еще раз вас поздравить с этим праздником. Пусть в ваших домах, в семьях будет тепло, уют, конечно, и успехов каждому из вас в работе. И глава района просил вот от него лично передать теплые слова, поздравления и благодарности вам и вашим близким. Спасибо. Спасибо. В честь празднования Дня работника скорой медицинской помощи наградить почетной грамотой муниципального района Бутырский район работников скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан Бутырская центральная районная больница Арсакаеву Айшат Амаровну. Комментариях не нуждаются. Они их и так знают, запоминают, и у ворот всегда любого встретят. Хорошо. Наградить почетной грамотой муниципального района Бутырский район Магомедова Магомеда Амаровича, водителя. Этот человек очень скромный, но очень позитивный и результативный. Да. Наградить почетной грамотой муниципального района Бутырский район Айзулаева Талгата Джаванханова. Асхата и его желтое такси, да? Каждый знает. Наградить почетной грамотой муниципального района Бутырский район Кампалову Загидат Гасанову. Вот с ней мы, когда вот этот период острый начинался, пандемия, она нам очень помогла, подсказала все-таки, что необходимо. Большое спасибо за ваш такой добросовестный и самоотверженный труд. Большое спасибо. Всех благ вашим и вашим близким.